Уголовное дело по факту падения российской ракеты возле поселка Шунгай Букиардинского района возбуждаться не будет. Об этом заявили представители правоохранительных органов. Полицейские сообщили, что ущерба казахстанской стороне причинено не было. Именно такое решение вынесла районная комиссия. Напомним, что в ночь на 27 марта в 500 метрах от населенного пункта рухнула 8-метровая метеорологическая ракета, выпущенная с полигона Капустин-Яр. Мы соответствующие документы собрали и передали соответствующие структуры, это будет военное ведомство решать. Два министерства обороны. Как они между собой, это же как бы уже обломки ракет находятся здесь, на территории района военкомата. Как дальше эти ведомства будут решать между собой вопрос, это я не в курсе.